Короче, ребята, как я решаю проблему с электроникой для путешествия? Приобрел я, значит, такую штуку, называется SAE. Это такая универсальная розетка, сейчас вот она подключена. То есть просто загуглите SAE штекер. То есть подключается напрямую к аккумулятору, здесь имеется предохранитель. И выводится эта розетка где-нибудь под пластиком. А к нее уже можно подключать различные аксессуары. Допустим, можно компрессоры подключать, зарядные устройства, допустим. Можно вот ее, допустим, на руль выставить, есть крепление. Или просто где-нибудь в багаж, спрятать в багаже, подзарядиться, вытащить. Есть также компрессоры под этот разъем. То есть это очень универсальный разъем. Есть еще, видел, переходник на прикуриватель. То есть сюда вставляем и получаем розетку прикуривателя, если у кого компрессор соответствующий. В общем, тема интересная. И вот я ей буду пользоваться.